Так, я продолжаю дальше резать сухарики. На всякий случай одела кофту, чтобы не разболеться. Потому что у меня здесь тоже окно открыто. Первую партию поставила уже сухариков сушить. И вот сегодня хочу все сразу сделать сухарики, чтобы у меня все были сделаны. Вкусные ароматизированные сухарики получатся. Лучше, чем в магазине. Света сейчас будет окна мыть в комнатах во всех. А я продолжу дальше резать сухарики. Сделала себе зеленый чай. Буду пить чай. Ну, как пить? Глотками немножко. И многие спрашивают: Настя, на что у тебя покупки? Ребят, вы не забывайте, что в конце месяца я всегда получаю зарплату от 3 до 7. Ну вот зарплату и от 3 до 7 на детей. Зарплату я отложила Маше на поездку, так как она нынче у меня небольшая. Поэтому это Маша на поездку, у меня отложены деньги. От 3 до 7 вот раздала долги. Продукты вот немножко закупилась. Да, кастрюлю все сказали. Да зачем тебе кастрюля, блин? Ребят, у меня кастрюли всего две большие, две маленькие. И на одной кастрюле ручки отвалились. И две другие кастрюли уже очень старые. Ну вот, которые я имею в виду большие, они что, на 6 литров у нас большие. Или на 7 даже. На одной ручка отвалилась, другие уже прохудились, дно проха, там видно прямо скол на дне уже до того. Поэтому кастрюля в большой семье никогда не помешает. Да и 8 литров больше варить, это же лучше. Так что вот так вот. Сейчас наделаю сухариков и будет вкуснота. Девочки у меня ушли во двор гулять. Погода на улице, я их выгоняю на улицу гулять. Кое-как выгнала, ребят, верите, нет, даже не хотят из дома выходить. А Света мне помогает, будет сейчас дома с уборкой, окна с ней помоем, приберемся, полы протрем. С уборкой будет помогать. Так что вот такие вот у нас дела, ребят. По поводу моих лекарств для сердца, там просто больше, по большей части мне назначили витамины для сердца. Но даже мне знакомая говорит: Настя, тебе надо какую-то другую больницу ехать и проверять. По поводу поездки в Пермь насчет себя, еще не знаю когда, потому что не пришел еще на гормонный анализ. Потом мне надо будет записываться к нашему эндокринологу. Когда анализ придет, неизвестно, чтобы записаться к эндокринологу. А потом эндокринолог уже записывает в Пермь на биопсию. На биопсию там очередь месяца на 3 вперед. Поэтому, по ходу дела, не скоро моя поездка. И мое лечение откладывается на долгий-долгий ящик. По поводу легких моих. Да, я знаю, что у меня одышка. Я делала специально флюорографию, наверное, вот. Ой, если бы не соврать, надо посмотреть, в каком месяце я делала. Ну, недавно делала, и у меня все в порядке. У меня ничего нету. Флюорографию делала, и все хорошо, все в порядке. Можно, конечно, попроситься на рентген еще просто, чтобы направление написали, чисто рентген еще сделать. Но, блин, столько облучений, это вообще кошмар какой-то. Я вообще вот эти вот процедуры так не люблю. И вот вчера, когда мне плохо было, мне муж накапал корвалол. Я прям задыхалась и не могла. Мне грудь давила, задыхалась я. Он мне предлагал скорую вызвать. Я ему сказала: не надо. Смысл? Сейчас мы вызовем скорую. Меня увезут в больницу. Кто с Машей поедет? Некому с Машей ехать. Я говорю: ты поедешь? Он говорит: я точно. Я, говорит, там ничего не знаю. Я говорю: ну а какая тогда еще может быть скорая? Ну что смеяться-то? Поэтому я ему сказала ни в коем случае скорую не вызывать. Я отлежалась, и мне легче потом стало. Скорее, потому что вот когда вчера сотрите корвалол выпила, мне потом полегче стало. Значит, все-таки что-то это у меня с сердцем. Ай, киса! Блин, на меня опять прыгнула. Я в шортах, ведь не в штанах.
Все когти в меня выпустила. И да, киса у нас одна. Девочка. Все-таки. Хотя по ней не поймешь, то ли мальчик, то ли девочка. У нее вроде мешочки сзади какие-то висят. И непонятно, что-то, короче. Ну вот ветеринарам показывала знакомым. Сказали девочка. Все 100% девочка. Просто у нее такие части тела. Поэтому вот так вот. Света, выпусти Масю, пожалуйста, на улицу. Мася, гулять! А, гулять просится. Пришла ко мне и скулит, сидит здесь. На улицу просится. А у нас девочка умная. Когда гулять хочет, она подходит к тебе и скулить начинает. Скулит, 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 скулит. Василиса все со мной сидит. Спать начала со мной. Ложится мне на грудь и спит. Я ее сгоняю, переворачиваюсь на живот, она мне на спину ложится и спит. Да, Василиска? Чудо мое в перышках. Так дома хорошо. Я сегодня целый день, ну не целый день, первый раз поставила стирку. Сейчас вот белье надо проверить, что высохло, убрать уже. Часть белья уже, конечно, я убрала. Сейчас за эти дни, надеюсь, быстренько все перестираю. Быстренько все перестираю, сейчас пока вода есть, слава тебе, Господи. Не, водоканал мужчинам хочу сказать, если смотрите, вы огромные молодцы, что быстро все сделали. 3 дня всего воды не было, и огромное спасибо, но за эти 3 дня у меня это тяжело, конечно, было без воды. Я не представляю, как люди вот у нас тут есть, некоторые месяцами живут без воды уже. И очень тяжело, я не представляю, как они без воды. Постирать надо. В туалете, я извиняюсь, мыть надо. Все везде воду надо. Ой, тяжело, ребят. Я знаю, вот что у нас тут. Там живут и пенсионеры без воды. Я не представляю, бедные, как они. Тем более, многие уже привыкли к тому, что вода в доме. Раньше-то, да, многие жили. Мы в деревне жили. Мы всегда воду носили с речки. Фляжки были. У нас специальные санки были. И мы с дедом возили... Он мне помогал в гору поднять, а дальше я сама. На одних санях было 2 фляги с водой. И вот тащишь. Летом на коромысле таскали воду. Знаете, вообще хорошие воспоминания с детства. Так, киса, мне с тобой вот неудобно вообще тут сидеть. Пришла и села. Тут намывается у меня на ногах. Деловоха какая. Девочки сейчас погуляют, довольны будут. Что у меня приготовлено сегодня кушать? Есть суп. И вечером будем... И каша есть еще. А вечером будем что-то свежее варить. Вчера пюре сварили. Съели все. Пюре с колбаской делали. И детки все съели. Думаю, вечером сделать салатик крабовый можно. У меня есть рыбная консерва, рис. Или какой-нибудь салат, яйца отварить, огурчики там пару свежих лежит. Мы, по идее, хотели эту шаурму сделать, но все еще что-то руки у меня до нее не дошли. Надо самой, наверное, взять, сделать. Так вот, последнюю булку хлеба изрезаем. Сейчас нарежу, наделаю сухариков. И пусть бегают, грызут. А то они меня в магазине иногда просят, мам, купи, говорит, сухарики. Я говорю, а зачем покупать? Можно самим же сделать, Господи. Хлеб купил, приправа есть. Намного дешевле так, чем в магазине покупать. Это те же самые вкусные сухарики будут. Так что вот такие вот дела у нас. Ладно, дорогие друзья, сейчас изрежу последний хлеб. И у меня по времени надо уже пора идти таблетки выпить, чтобы плохо совсем не было. И будем со Светой делать уборку. Света там уже окна моет у меня в зале. Видите? Окна моет ребенок. Сейчас помоет все окна. И будет чистенький. А то смотрю, Ваня у нас постоянно любит, он встанет возле окошка
И руки потом следы у него остаются. Также вот эти зеркала. Хоть ты сколько их мой, они все равно, вот Ваня подходит руками вот так вот, и получается потом следы остаются. У нас такое солнце, вы извините, что у меня вот лицо все сморщено. Старая бабка, да, сижу со сморщенным лицом. Ну все, хлеб я нарезала, подготовила для следующей партии. Тут на два раза еще сушить. И потом покажу, что мы будем дальше делать с этими сухарями. Если интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока.